Эй, гайс, с вами мы продолжаем пройти сервер под названием Quest Hunter. И я думал, это финал, а оказывается, нет. Ну, еще я точно не уверен. Потому что мы нашли этого чародея. Я даже посмотрю, есть у меня в библиотеке. Персонажи. Лорд болотных земель. Очень-очень серьезный и уважаемый человек. На болотах его знают любая лягушка. Управляет очень стабильным и тяжелым регионом. И на зависть многим во дворце. Преуспевает в этом деле. Характер серьезный, волевой. Понятненько. Вот это да, ты первый, кто вышел оттуда за долгое время. Что там? Там слишком опасно, лучше туда не ходить. Но ты действительно везунчик. Так, ты нашел лорда болотных земель? Нет, его там нет. Нет, его там нет. Ну, тогда пойдем назад искать его у болот. Да я не знаю просто, что, во что сейчас верить. Поэтому лучше, так сказать, придерживаться плана. Есть корабль, поэтому сюда я быстро прилечу. Северное кладбище. О, что новенькое. Ах, черт, тут рычаги. Ладно. Значит, я пока что поставлю ветерок. Так. Ежи. Бац. Ах, да мне ударил. Готово. Бац. Ой, не то нажал. Черт, ну это тоже плохо. Убил. Я вас понял. Так, герой. Ветерок сюда. Меня еще не апнули, да? Но я мог прокачать бег. По сути, если довольно хорошо там вкачать, я, скорее всего, буду бесконечно бегать. Так, а теперь вопрос, где кубики? Это, скорее всего, второй вопрос, который меня интересует. Так, ладно, один кубик я нашел. Второй где-то на кладбище здесь, я понимаю.
Ну, полетели искать. Вот и он. Бля. Давай, давай, давай. Все, они отвязались от меня. Это хорошо. Тупые рыцари. О, я понял. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Я понял, что мне делать. Так, а тебе могу попасть, интересно? Могу? Туалет, давайте зайдем в туалет, посмотрим, что здесь. Ну, честно, туалет как туалет. Так, герой. Бег. На молнию. Так. Так. Давай, 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 давай. Отлично. Так, подожди, теперь мне нужно задание. Куда? Молния. Куда? Герой. Быстрый бег. Куда? Боечка. Слишком уж опасно. Бац. Так, мне нужно защиту качать. Ладно, на одну вкачаю. Пиздец. Мне просто вопрос, а куда мне яички ложить? Где мне их искать? Где мне сферы искать? Я вообще не понимаю.
Мне нужно найти типа... А, подождите, я же могу сделать иначе. А стоп, оттуда и эти рыцари сраные выходят. Хера себе. Знаете, как мне это все провернуть? Так. Ладно, попозже туда приду. Нет, ну их слишком дохера здесь. Понимаете, если бы там просто скелеты появлялись, но тут еще эти сраные рыцари выходят. Мне через все кладбище надо это делать. Так, нужно найти предыдущий, где другие камни. Здесь два камня, хорошо. Вот еще последний камень. Ужас. Каев, ну, давайте туда рыцарем. Мы сейчас с ними кое-что провернем. Они зайдут со мной сюда. Заходите. И я резко побегу в обратную сторону. Все. Они уже меня не догонят. Но факт остается фактом, что мне теперь два эти яйца нужно отнести туда. Ладно, одно сюда сразу выкину. Так, здесь одно оставлю. Да, вот это рили сложно. Ведь это без каких-либо преувеличений. Ебануться их там. Ладно, я их с собой сейчас возьму. А что если их рили просто выведу в этот? Куда, что да?
ко всем. Да ладно, оттуда этот еще пришел. Приятель, а ну обратно пошли. Ну, знаете, вот эту армию веду. Ладно, еще увеличу. А, остальные где? Так, это плохо. Да, нормально. Пока что идет все нормально. Так. 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 Так, оттуда все, да, вылезли? Теперь я иду за вторым яйцом. Сейчас я эту орду всю собираю. И мы идем вверх. Вот до сюда. Вот ты. План сработал. Ага. Ты думаешь, я буду с тобой драться? Хер вам. Хер вы мне встрались. Я быстрее на финал побегу. Или вы мне предлагаете? Да, и скажите мне, что сейчас все эти здоровяки здесь зажмут, и я бомбы будут кидать. О, найс. Давай в сарай зайдем, посмотрим, что в сарае. Дорож. Ох, ох, неужели живое лицо? Как ты пробрался сквозь эту нечисть? С мертвыми покончено? Не верю своим ушам. Неужели у меня наконец-то спасли? Что ж, спасибо тебе. Но вот беда. Награды у меня нет. Давай тут. Давно тут сидишь? Уж скоро неделя будет. Совсем я отчаялся живых увидеть. На темного мага ты не тянешь. Когда-то солнце пропало, и я на кладбище работал. Так вот. Как она пропала из могил, то мертвецы и полезли. Я перепугался и запрыгался в сарае. Вот так и сижу. Тут выйти, боюсь, повезло, что тут сундук с припасами есть. Темного мага? Охо, не смеши мои седины. Как ты и где темный маг? Темный маг? Что за имя такое дурацкое? То только я. У кладбища... Так. Турош, уж 30 лет как. Лежу, чтобы цветочки с могилок не воровали. Не знаешь, кто принцессу похитил? Это такой надутый индюк? Кто ж его не встречал? Пришел он как-то ко мне и говорит: вот тебе, старик, семена, посади их на... по всему кладбищу. Король хочет, чтобы тут красивые цветы росли. Ну я посадил, а через неделю вот это все началось. Мертвецы как полезли, еле успел до сарая добежать.
Не знаешь, кто принцессу похитил? Ох, а еще похитили. Что ж творится? Темные времена начинаются. Кто смог солнце украсть? Да, кто ж его знает. Тут сильная магия поработала. Могу посоветовать сходить к моему братцу на юге. Его с ранних лет всей этой ересью интересовал. Раньше он мне писал письма писал. Рассказывал, как много книг прочитал и что много теперь умеет. А давненько у него не было. Давай отмечу его дом на карте. Заберем шов в сундуке и побежим. Бем темного рыцаря. Неплохо, неплохо. До свидания. Думаю, это не чтобы с ними сторожаться. Ха-ха. Так, мне бы на самом деле сейчас бы в этот, в лагерь слетать. Вещи попродавать. Да, может быть, еще что-то продать. Да, оно очень быстро ускоряет. Хорошо, что я в какой-то степени начал потом прокачивать себе перебежку. Так, все равно, слушайте, мне зелье, получается, готовить придется, потому что... Довольно это все... Муторное занятие. Что смогу, я улучшу, что нет, я продам. Так, 10 кристальчиков, да, у меня? Реально, ладно. Полетели отсюда. Найдите брата сторожа. А я не сохранился. Я не знаю, что это. И у меня желания нету узнавать, что это. Ну, скажу так, я догадываюсь. Мне нужно, чтобы сюда монстр или враг попал, да? Так, из-под земли идет сильный жар. Похоже, я на верном пути. В этом колодце точно нет воды. И если заглянуть, можно спалить брови. А, не, я думал, это свет какой-то. Нужен ключ. Погнали в хижину. Я ключик нашел. Моя стена увешана какими-то записями. Почерк не разобрать совсем. Похоже на туалетную бумагу с рисунками. Открываем, открываем дверь. Загадочный сарай, 5 секреток.
Какую-то шестерню дали. А там внутри еще секрет, да? Нет. Здесь чит есть. И не дурной. А, это здесь. Хера было. А проблемка-то есть. Прохода я не знаю здесь. Ладно, побежали искать. Может быть, по горячим следам я его да найду. Но в доме смотреть его нету. На карте отметил, где он может быть. Может, если я выйду на карту, мне покажут? Давайте попробуем. Понять, где здесь выхода. Я заблукав. Может быть. Потерялся я. Мне куда-то вдаль надо, по идее. Нет, здесь надо искать. Что тут пойти больше некуда. Ну, сюда есть проход. Может быть, за? Давайте еще раз посмотрим. А дома? Сюда. Не понимать, моя не понимать. Моя вообще не понимать. Я нашел какую-то шестерню, подождите. А у нас никаких не было мест с механизмами. Как бы... Как бы да, подождите, а что мне сделать тогда? Может быть, где-то здесь что-то. Тут как бы тоже ничего нету. Думал я, может быть, что-то закапано. Но тоже нет. Может, позакапал он где-то эти? Стерни. Не думаю. Мне сейчас типа на кладбище нужно к брату этому вернуться. Поговорить с ним все обо всем.
Давайте попробуем слетаем. Но я снова же не уверен. Блин, почему я не могу выбирать, с какой стороны мне появляться? Здесь уже все пройдено, и мне просто пробежать надо. Ох ты ж, ё-моё. Главное, эти гомяки тут пооставались. Надеюсь, он мне объяснит. Так его нету! Алло, его там нету? Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!